вседозволенность и тот беспредел, который творят США и их союзники во всем мире. И это они мотивируют тем, что как бы, якобы они несут вот этот свет демократии всему миру. 19 числа в 15:00 еще должно состояться шествие в поддержку действий России на Украине. Эти биолаборатории в Армении имеют двойное назначение. То есть они могут использоваться и в гражданских целях, и в военных целях. Я не говорю, что Нагорный Карабах должен быть обязательно в составе Армении или, например, независимым государством. Нагорный Карабах, например, может войти в интеграционные объединения, например, в то же союзное государство вместе с Россией и Беларусью. И, кстати, сегодняшняя ситуация Армении – это следствие вот этой многовекторной политики армянских властей прежних. Потому что многовекторность – это не означает и Запад, и Россия. Многовекторность означает фактически только Запад.